Состоялась встреча главы Чувашии с представителями группы компаний «Мегамикс». Этот крупнейший российский научно-производственный комплекс занимается разработкой и изготовлением витаминных добавок для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц. Вопросы продовольственной безопасности постоянно в центре внимания правительства. Это значит, что такие показатели, как качество и количество продуктов потребления, выходят на первый план. Генеральный директор компании «Мегамикс» Василий Фризен рассказал, как на предприятии заботятся о безопасности выпускаемой продукции. Так называемые премиксы и витаминные концентраты проходят особый контроль, прежде чем их купят крупные агрохолдинги и частные предприниматели. Специалисты понимают, что от этого зависит качество еды на столе у жителей республики. По итогам прошлого года на основе продукции компании произведено 10 миллионов тонн корма в России. Мы себя видим как партнерами, чтобы прийти в регион или в область куда-то, чтобы действительно принести свой ноу-хау, глубоко интегрироваться с населением, с университетами. Я вам так хочу сказать, при участии конкретно «Мегамикс» в Волгоградском аграрном университете мы реально создали совместно с нашим университетом НИЦ прямо на фабрике, прямо в университете, прямо в современный птицеводческий небольшой кластер. Сделали класс «Мегамикс». Студентов обучаем, к нам приходят. Я вам так хочу сказать, сегодня 73% каждый студент устраивается по профессии. Высококачественные, безопасные премиксы и кормовые добавки сегодня важный сегмент сельскохозяйственного рынка, отметил Михаил Игнатьев, и он должен развиваться быстрыми темпами. В ходе встречи обсудили возможности налаживания партнерства и по другим направлениям деятельности компании.